В теплой, душевной атмосфере ветераны вспоминают события, которые определили ход нашей истории. В преддверии праздника 9 мая в течение трех дней торжественные обеды проходили в городском поселении Щелково. Так, участники Великой Отечественной войны, ветераны труда и труженики тыла получили возможность пообщаться в неформальной обстановке, поделиться воспоминаниями о величайшей победе нашего народа. Когда объявили победу, это районное село. И мы все, вот кто мог, в основном молодежь, были пожилые дома, мы все пошли в район, радовались. Все буквально плакали. Кто плакал от радости? Мы плакали, потому что у меня четверо погибло. Мы плакали, мы и радовались, мы и плакали. С праздником ветеранов поздравили глава Щелковского района Надежда Суровцева и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Каждый день мы приносим вам слова благодарности за то, что мы есть. Спасибо вам за то, что вы ведете ветераны большую патриотическую работу. Вот этого забывать нам никогда нельзя. Если только мы забудем, значит, не будет нашей страны. Всего участие в торжественных мероприятиях приняли более 150 ветеранов. Праздничные обеды прошли в 6 кафе различных микрорайонов городского поселения Щелково. Александра Гранич, Александр Ожевский, телерадиокомпания «Щелково».